Привет, меня все ругают, что я очень редко что-то снимаю. Я с вами абсолютно согласна. Я решила сегодня поехать вместе с вами по своим делам. Мне нужно заехать в магазин. Пришли в один из самых моих любимых магазинов. Называется Trader Joe's. Здесь всегда очень классные цветочки продаются. Здесь всегда все органическое. Пойдем покажу. Я здесь очень люблю чаи покупать. Очень большое количество всяких чаев, которые органические и которые натуральные травяные. Это прям мое любимое. Так, вот какой-то детокс. И они еще недорогие, к тому же, потому что везде чаи по... не знаю, поскольку. Так, кофеин фри. А что здесь состав будет? О, слишком много всего, не хочу такое. Так, мы взяли вот такой вот. Милана катает свою маленькую тележку. Что бы еще такого найти здесь? Вот такой вот лимонад. Органический, лимонный. Вот наш кинотеатр. Orange Park Mall. Что мы смотрели здесь? Ugly Dolls. Но мы сейчас будем смотреть лучше. Там нажим на ваших животных 2. Есть такая копилка. У тебя? Нет. А, вообще? Да. Так, у нас здесь есть приложение. Да. И у нас здесь есть... Hello. Hi. Hi. I know her. We were neighbors. Wow. Oh, Luciana? It's Luciana, yeah. Hi, baby. Okay, thank you so much. Саночку красивую, как мама тебя учила, и ножкой, эй. Да, класс! Пошли дальше. Давай. Супер, пошли. Смотри, знаешь, кто это? Кто это? Дора, путешественница. Ну, это Даша по-нашему. Да. Да? А вот ее друг. Это ее друг? Да. Пойдем? Да. Так. Темно и страшно. О, Господи, как здесь страшно. Куда идти? Дальше закрывается. Еще дальше. На середине, чтобы все. Покажи, как кресло раскладывается. Садись вот сюда. Ну ладно, вот сюда вот. Покажи, как кресло раскладывается. Hey everybody, I'm John Cena. It's my good friend Nurse Tori. Hi. Today she's visiting me at work, and while you may think that's cool, cool is her office. She helps save little lives. Пока мы с Милашкой прогуливаемся по нашему комьюнити, нам нужно сходить в офис, я решила немножко поснимать. Думаю, на местность будет интереснее смотреть, чем на меня. Вот такая у нас сегодня солнечная погода, вот наши домики. Сейчас немножко вам расскажу. В общем, это не очень большое комьюнити, и оно достаточно новое. Оно было построено в конце 2017 года. Что означает, что как бы все, ну, то есть и дома, и все, что внутри, оно все новое, что не может не радовать, потому что мы жили, например, в старом комьюнити, там было все достаточно старое, кухни были старые шкафчики, просто десятым слоем перекрашенные краской. Здесь же все новые кухни. Я обязательно рум-тур сделаю, когда мы разложим все по полочкам. Вот, и... По стоимости, там у нас была квартира практически такого же размера, как здесь, но там не было ни фитнес-центра, там был похуже бассейн, и он был один. Мы платили $800. Здесь у нас такое с очень хорошим таким наполнением комьюнити получается. Здесь мы платим 1100. Здесь у нас два бассейна в разных местах. Здесь у нас есть что-то типа лобного места, такое кострище, вокруг которого можно собраться с друзьями, посидеть. Здесь есть гриль-зоны с грилями встроенными, куда вы можете прийти, пожарить мясо, рыбку. Ну, ящерицы бегают. Вот. А здесь есть очень хороший тренажерный зал с новыми тренажерами. Очень приятно там заниматься. И
Ну, в общем, вообще очень здорово все сделано. Сейчас я вам покажу еще. Вот у нас вот этот вот первый бассейн большой. Сейчас покажу вам еще офис и что еще у нас есть внутри. Сейчас посмотрим. И вот здесь еще есть такие домики с гаражами. Если гараж, значит, это трехбедромная квартира. На первом этаже у них гараж, а на втором и третьем спальни, гостиная, что там еще может быть. Сегодня очень людно, потому что воскресенье, и поэтому в тренажерном зале никто не занимается, потому что все занимаются всякими развлечениями. Тренажерный зал очень хороший, здесь есть любые гантели на любой выбор, очень много тренажеров, все рабочее, все клевое. Чувствуешь себя здесь очень клево. Ну, там у Смиланы. Здесь еще полотенчики, обычно водичка стоит. Если водичка закончилась, вы можете вот прямо здесь бутылочку свою набрать водичку. Очень удобно. Очень здорово. Не, ну пойдем сейчас распечататься. Спортом будем заниматься попозже. Тут какой-то праздник у людей. Вот наш бассейн. Попозже выйдем сюда. Так, это мы заходим. Такая игровая комната. Здесь можно арендовать эту комнату, если у вас какой-то праздник. Здесь есть бильярд. Здесь есть такой вот стол. Здесь есть холодильник, если нужно вам что-то хранить. И кофемашина. Можно выбрать кофе, горячую воду для чая или горячий шоколад. Здесь есть еще вот такой вот автомат для напитков. Но напитки, походу, все закончились. А нет, еще парочка есть. Вот такой вот напиточек сюда вставляется. Вот сюда. И делается напиток. Да, мы с Миланой распечатали важный документ, раскраски. И идем в сторону дома. Я вам показала уже один бассейн. Сейчас покажу еще, который будет возле дома. Мы, кстати, выбрали жить на третьем этаже. Вот на первом этаже тоже классно, но здесь водятся вот такого вот размера тараканы. И они могут заползти. Вот, это лобное место наше. Милан, садись, покажи, как здесь можно посидеть с друзьями. Классно. Вечером зажигают костер. Ой, Джастин Бибер играет. Класс. На самом деле очень круто. Все цивилизовано. Вот, и здесь можно проводить всякие праздники, дни рождения. Давай здесь выйдем. Очень круто еще, что здесь стоят ворота. И, например, в нашем прошлом комьюнити могли, любой человек с улицы мог зайти в нашем бассейне купаться, что не очень приятно на самом деле, потому что, ну, как-то хочется знать, кто там может появиться. Еще вот выбрасывают всякие вещи, вот цветы могут выбросить в горшках, такие здоровые поставить, которые еще, в общем, ну, пригодны к жизни. Мебель очень часто выбрасывают, очень клевую на самом деле. Так что если держать ухо востро, можно найти что-то клевое. Так вот, хотела рассказать, что здесь у нас стоят ворота, и никто левый сюда проникнуть не может. И у всех есть вот такие вот чипы. Без этого чипа не можешь зайти ни в бассейн, ни в офис, никуда. Что очень круто, потому что ты знаешь, что, ну, как бы это не самое дешевое комьюнити, так скажем. И можно предположить, что здесь живут, в общем-то, ну, определенные люди. И никаких алкоголиков, наркоманов и прочей лабуды сюда просто так не зайдет. Вот. Поэтому без проблем можно вечером прогуляться, не боясь при этом, что тебя кто-то тут защемит. Вот. Ну, не знаю, мне очень нравится здесь вид. Очень нравится, что мы живем на третьем этаже, что можно, ну, как бы, несколько раз за день подниматься и спускаться туда и немножко шевелить попой, потому что в машине, когда ездишь, очень привыкаешь к этому и, знаете ли, набираешь лишние килограммы. А здесь очень здорово, что можно пошевелиться. Так, у нас сейчас 5:32. Можно немножко еще посидеть дома и потом с Миланой пойдем в тренажерный зал.